куда мы отправляемся? Дети, куда 20 мы едем? 20 минут, все. 20 минут? До зоопарка? Да. Ладно. Я хочу в зоопарк. Ты хочешь в зоопарк? Да. Окей. Чтобы животные посмотреть. Panavea Rainforest Zoo and Gardens. Короче, это называется зоопарк. У меня котик будет купаться. У тебя котик будет купаться? Купаться. Ну смотри, а чтобы он не утонул. Короче, подъезжаем мы к зоопарку и... Написано 2 минуты. Опять нас настигает дождь. Ой, хотя сегодня обещали облачно. И только из-за этого мы поехали сюда. А так мы хотели сильно на пляж. А так бы мы на пляж поехали. Кстати, если вы поедете на Гавайи, оберегайтесь падающих кокосов. Ой, опять дождь пошел. Мы еще не доехали. Вон курочка бегает. Так, вот смотрите, курочки бегают. Это тоже, первое животное. Это тоже часть зоопарка, имейте в виду. Вот они. Нет, не пальмы. Что-то другое. Короче, пойдем мы сейчас смотреть животных. Подходим мы к зоопарку. Это остановка для автобусов здесь. Давайте посмотрим. Короче, сейчас мы посмотрим, кто это. Попугай. Смотри. Какой огромный. Он большой? Ну, по сравнению с волнистым попугайчиком. Слышишь, он говорит, have a cookie? Да. Have a cookie. Вау. Короче, здесь попугай просит печеньки все время. Смотри, рыбы. Смотри, рыбы. Что это за рыба? Красные рыбы. Обалдеть. Да это одна тут. Нет? Ну, тут их вот, вот еще одна. О, вау. Огромная. Вау. Короче, вот такие джунгли здесь. Сюда? Угу. Привет. Вон эти ослики еще там. А, да, ослики. Мы к ним уже не подойти. Да, там ослики есть. Да? Точно, ослики. Hawaiian Hawk. Вообще это не тигр, это ненормально, это какая-то смесь. Да, это большая кошка. Вообще-то и тут обнаружили еще желтого. Вот он. Под кустами. Спрятался. Слушай, мне кажется, вот этот больше. Гораздо чем вот этот белый. Короче, вот он. Его отсюда лучше видно. Сидит спокойно. Че, вот тут его фотка. И то, что он любит лакомиться. Короче, вот вроде бы Silver Pheasant. Это фазан. И вот он там внутри. К сожалению, он сильно спрятан, что его тяжело увидеть. Ну вот он. Сейчас увидим. Где там хамелеон? Там говорят, хамелеон есть. Ну, в общем, вроде бы это хамелеон. Нет, сказали. Ящерица. Так сказала Аня, я послушаю. А, это игуана. Игуана? Да, это игуана. Он спрятался. Кто это? Грей, Краун. Крейн. Мама! Look! Стой! О! Я даже не знаю, кто это. Непонятно, это имя. Вот он. Вау. Это другое? Да. Иди сюда. Это лемур. Это были лемуры. Похоже, посмотри, видишь их лица? Знакомые. Так, они убежали быстро.
приблизиться не могу увидеть. Вот, так бежим. А вот он. Оп, полез. Да, кто это? О, хороший. А это кто там живет? А, он убежал. Короче, нашли мы черепах. Почему им надо воду ложить? Они любят и купаться тоже много. Здесь снизу обезьяны. А вон они, вон сверху. Вот это вот название. Сори. И сверху не видно их. Ну да. Короче, вот мы нашли тут настоящую черепаха и павлин. Очень большая черепаха. Да, большая. Это настоящая черепаха, смотрите. Обезьянка балуется. Обезьянка любит. Угу. Что, кидать мячик? Да. Здорово. Интересно, обезьяночка любит мячик кидать. Смотри, хвост, смотри, хвост держит хвостом. Смотри, хвост держит. Взяла мяч. Сейчас как швырнет нас. Чтобы лишним не смотрели. Ну что, покажешь нам? Давай. Раз, два, три. Ну. Так, сейчас он отпустит. Ну. Оп. Здорово. Кто это? Обезьянка. Тут еще одна ящерица есть. Зеленая. Короче, они спуститься решили. Вот, две спустились. Вот вторая. Не надо обидеть. Пошли. Он тебя мы видели? Да, по-моему. А может нет? Я не помню тоже. А как мы пропустили? А, мы пошли обратно. Сюда. Вот это штука. Вот висит. Видишь? Штуку не вижу. Вижу, что висит. Ленивец. Это же ленивец. Да, это ленивец. Из Мадагаскара, Марина, из Мадагаскара. Нет, это да, другой мультик. Это ленивец, да. Другой мультик называется. Эй, Мэн, ты так спокойно гуляешь? Спасибо за фотосессию. О, а кто это? Честно, похоже на большую перепелку. Для меня. Аби, ну-ну-ну, руки не суй. Ну-ну-ну, только смотри. А, здесь змея. Это раз, шерстка от нее. Ну тут у нас. Ого, это правда от нее шерстка. Типа! Она вроде змея. А где она? Тут вот столько она. От нее шерстка. Ого. Она здесь, смотри. Руки на тачку. Блин, ну, не трогайте стекло, написано. Вот она. Вот этот серьезный мэн. Серьезная. Да, очень серьезная. Видишь, какое лицо это, серьезное? Но он как-то спит. Да, он спит, походу. Аня, не ходи. Сейчас он распустится или нет? Пока не похоже. Нет. Ну, он был близко. Его отпускают, он может ходить. Короче, он решил залезть на крышу, но так он не распустился сегодня. Я думаю, из-за недостатка солнца он решил не распускаться, да. Ну ладно, не будем мы тебя тревожить. Пойдем мы дальше. Короче, вот тут козочки.
еще один страус. Ну, козочки. И павлин. Тут несколько козочек и несколько павлинов. Все живут дружно. А это курочка. Это пиг. Это мини-пиг. Они маленькие, маленькие хрюшечки. Такое вот у них местечко искупаться есть. Да что-то я не могу найти тоже. Тут травки бегают. Короче, тут еще одни попугаи. Называется Руби Мака. Вот такие. Плохо видно, конечно. Но... Вот они, в общем. Малукан Кактау. Здорово. А это турки. Турки это... Я забыл, как турки будет. Мы нашли аллигатора. Вот он. Я не знаю, название таблички есть здесь. А, вот табличка есть. American Alligator. Это, получается, простой американский аллигатор. Короче, вот еще черепах нашли. Тарафин, тарафин. Вот папа, а где же они? Рыбка. Ой. Папа, что это папа. Черепашки? Ну да. Что-то их... А, вот они какого размера. А как же они туда залазят? Вот. Нет, нет, это разные. Это разные? Да. Да нет, одинаковые. Нет, да. Одни в воде живут, одни на тут суши. Живут. На вот суше. Вот ну это маленькие, это малыши здесь. Нет? Нет. Так, тут вот еще ящерицу вот нашли. Да, очень длинный хвост. Да, вот. С длинным-длинным хвостом. Лизард. Лягушка. Это аллигейтор лизард. То есть это. Папа, о! Это фрог. Фрог. Томейто фраг. Тут сказали, нашли синюю лягушку еще. Это называется Blue Arrow Dart Frog. Dying Frog. Тут есть черная с желтым. И синяя. Вау. И вот сюда. Тяжело видно. Тихо, стой, 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 ты хорошо стоишь. Чуть назад. О, вот так стой. Смотри, что тут еще есть. More frogs. Вот водичка. Тихо. More frogs, папа. Bumblebee frog. Мама, а вот водичка. Вот такие вот животные. Где он? Вот он маленький. Да? Ой, не видно его. Вот еще один. О, вот он, вот он. О, смотри, прям золотой. Как же его заснять? Тут рыбки. Это черепахи. Черный с золотом. Папа, петух, петух. Да, петух, да. Все цвета есть. Ну, нет, не все, но много. Светло-зеленый. Красный. Смотри, какие яркие. Угу. А это еще пока тут. Только такие, тут там был один большой, а это два поменьше. Смотрите, тут петухи и курицы ходят.
а им, ну, в смысле, они просто так живут, они. Они считаются за птиц здесь, наверное. А вот он синий. Ого, вот он самый большой по размеру. Ты видишь, куки? Он большой? Скажи, куки. Что-то он не хочет. Привет. Вот такой он. Уточки, наверное. Там кто-то ходит. Купаются, не успела я. О-о-о, ныряет, ныряет. Да. Купи-купи. Купается. И нравится, как им нравится. Перышки свои намочить. Прелесть. В теплой водичке. Вот такое вот. Ну, везде уточки. А там петушки, кажется, дальше. Вот кукарику. Еще какие-то птички. Кукарику. Которые построили себе вот такое гнездо. И кто-то сидит. И носик длинный-длинный, интересный. Я не знаю. А тут и обычные курочки и петушки. Что-то они не поделили, может быть, или что. Птицы. Похож, который ест муравьев. Ого! Нет, я думаю, это который любит муравьев есть. Муравьев? Пап, кто это? Да, это муравьед. Муравьед. Гигант. Плохо видно. О, вот такие интересные. Мам, ты кого видишь? Растения. Муравьед вышел. Написано, о, и еще один идет. Вау. Такие красивые. Вот это, я думаю, этот папа, побольше, вот это мама. А вот этот вот поменьше. Ну, пошли они искать муравьев. Ну да, такие носики. Ну да, и на видео так и есть. Но вживую очень интересно выглядит. Совсем необычно. Ну, детям надоело животных смотреть. Папа! Они пошли. Объели тут довольно. Да, только не упади. Сетка натянута немножко. Только не упади, Аня. Вот мы пришли уже с парка. Зоопарка. Купили на память себе браслетик. Такой. В общем, вот такие бусики. Все. Абигель устала, хочет спать, будет сейчас спать, а мы поедем.